Первомайские шествия выбирают центральную улицу, сливаются по ней и одновременно с ней. Улица диктует правила поведения внутри себя, канализирует променад по надежным и гладким рельсам, создает самодостаточное фасадное пространство, желающее быть проводником от одного памятника к другому. Всех праздником весны и труда! Все едем, как и пели. Наши сучок, да ничего. Ура! Праздник труда проходит мимо промоутеров, мелких торговцев, уличных музыкантов и просителей милостыни. Но все силы брошены на то, чтобы забредшие сюда не замечали противоречий, держались в русле линейного движения и не сворачивали в руинированные дворы через прореки арок. Шаг в Запасадье, шаг в 30 апреля и 2 мая. Оттуда припудренная парадность видна в обрамлении обшарпанных подворотен трудовых и безработных будней. Выход на праздник труда! Откуп за обитание в депрессивной среде на протяжении всего года! Отдать дань традиции в надежде, что это лучше, чем ничего, достаточная мотивация для участия в 1 мая. Идущие в колонне искренне примеряют на себе наряды лозунгов и речевок. Им кажется, что так и надо, особенно здесь, где фанерный язык рекламы общается с картонным языком политриторики. Вместе мы 100 тысяч я! Пасхальный крестный ход. Независимое шествие левых, организаторы которого, впрочем, не отказали в участии националистам и правым. Первая в Нижнем Новгороде монстрация. Все это проходило по одним и тем же маршрутам. А уже ночью по тем же улицам прошли красноиты,
с барабанами, песнопениями и сладостями. Как ни странно, эти разные массовые шествия имеют общий код. В начале 20 века Вячеслав Иванов, поэт и теоретик символизма, разрабатывал теорию театра как соборного действия, опираясь на изучение античного театра античной обрядности. Иванов хотел реформировать современный театр, театр будущего, упразднив разделение между зрителем и сценой. Театр должен был вернуть себе, как в прежние времена, функции обряда и собрания граждан. Согласно ему, театр должен считать себе религиозное и политическое. Одним из основных посылов концепции Иванова было то, что человек должен преодолеть рамки собственной замкнутой индивидуальности и выйти в некое коллективное «я». Очень важна идея коллективного субъекта, некоего общего коллективного тела. Театр, устранив разделение между зрителем и сценой, где все равно участники и зрители, объекты и субъекты действия, уподобляется Ивановым хору. Воплощением этого должно было быть внедрение хорового начала. На башне Вячеслава Иванова во время зарождения теории соборного театра формировались будущие режиссеры, теоретики и практики раннесоветского театра Адриан Петровский, Селмир Фольд и другие. Во второй половине 10-х, 20-х, начале 30-х годов, Они участвуют в экспериментальных постановках. В частности, ставится массовая инсценировка взятия Зимнего. Проводятся различные эксперименты по организации самодеятельного театра. Мирхольд, Петровский, Николай Бахтин участвуют в организации различных парадов и праздников. Раннесоветский парад, как ни парадоксально, становится воплощением символистских идей о новом мистериальном театре. По тогдашним представлениям, античный театр возник из обряда жертвоприношения. Следовательно, одним из элементов, составляющих возвращение на новом этапе к обрядовому театру, должно было быть внесение жертвы в основу современной театральности. Воплотители идей Вячеслава Иванова, ставившие в 20-30-е годы массовые шествия и парады, были репрессированы. В 1937 году погиб Адриан Петровский. А Мейерхольд был репрессирован в тот момент, когда занимался постановкой массового шествия субкультурников. Гибель Петровского и Мейерхольда неожиданно оказалась тем самым своеобразным жертвоприношением, которое, по мысли Вячеслава Иванова, должно лежать в основе подлинного театра. Да, к слову, о всяких жертвах и консервативной религиозности я вчера сбрил усы, а бороду оставил. We'll be right back.
1 апреля на 1 мая проходила в Вальпургиево ночь. Один из многочисленных вариантов проявления народной смеховой культуры. Вальпургиево ночь и подобные празднества устраивались различные обрядовые языческие бесчинства. Характернейшей особенностью Вальпургиевой ночи, карнавала и подобных народных действий было выворачивание наизнанку официальные церковные обрядности. Вообще любой обрядности, которая была признана официальными властями. Например, устраивали поклонение Асулу. Где осел вставал на место алтаря. Причем службу Асулу очень часто проводили те же священные служители, что в обычное время участвовали в церковных обрядах. Монстрация, как ни парадоксально, является практически полным воспроизведением основных принципов таких народных обрядовых комплексов, как Вальпургиева ночь. Здесь традиционная демонстрация и крестный ход, так или иначе, являются той официальной обрядностью, которая в монстрации пародируется и выворачивается наизнанку. Где все перевернуто с ног на голову, дом мирный. Традиции народной смеховой культуры, частью которой являлась Вальпургиева ночь, активно использовались Мерхольдом Петровским, Юрием Маменковым и другими. Также в 1 мая, соединив демонстрации и крестный ход, совершил подобное влияние. Главная проблема подобных форм заключается в том, что все они воспроизводят обрядовые схемы, то есть по большому счету узко ограничены. И даже имея в себе какое-то официозное или личное, или индивидуально-групповое высказывание, подобные формы сводят возможность самого высказывания к минимуму, так как происходит воспроизведение неких обрядовых клише. Другая проблема ритуалов заключается в том, что их почти неизменная форма уже давно оторвана от цели действий. На подготовку подобных событий тратится немало сил и времени. Но из-за того, что форма предопределена, зачастую не проводятся базово необходимые процедуры. Анализ целей акции и подбор наиболее подходящих и эффективных форм для реализации этих целей. Важно выявить, кому адресовано высказывание, доходит ли оно до людей, вдруг не доходит, и хорошо ли оно считывается. Кстати, а вы проводили анализ целей и задач вашего фильма? Или его форма сложилась сама по себе? А то смотрите у меня. Смерть Платону! Смерть Платону! Сегодня мы взяли эксклюзивное интервью администрации Нижнего Новгорода. Как вы оцениваете то, что 1 мая все выбирают именно шествие? Я считаю это кризисом формы и изобретательности. Я хочу,
чтобы нижегородцы развивались. Поэтому в 2018 году я запретила все, кроме официального митинга. В итоге анархисты занялись образованием и устроили лекторий про историю 1 мая, а участники монстрации, которых не пустили на общий митинг, познавали границы монстрации, гуляя по городу со свернутыми плакатами, а потом устроили из них выставку. Это уже что-то. Авось в следующем году они изобретут уже абсолютно новую форму. Предоставляется чувство долга, благодаря которому сегодня столько людей вышло на улицы. Сегодня я хочу поговорить о давлении. Если нынешний порядок давит нас, то ответ тоже нужно давить. И чтобы передавить, нас должно быть много. А чтобы нас было много и мы давили хорошо, нам нужно давить друг на друга. Помните, давление лежит в основе идентичности. Настоящий патриот должен. Настоящий активист должен. Настоящая феминистка должна. Пссс, не хочешь немного, Тонны Харуэй? Ух ты! Ух ты! Наша победная весна. Весна, пора сажать. Мы здесь, власть!
Мао в молодые годы, еще когда он был анархистом, писал стихи. И вот тут есть перевод его стихотворения. Называется «Ночь». В августе белая свернула полог свой. Снова тьма, опять звезда очнулась и дрожит, дрожит над головой. Дневник одной любви. Мау пишет, 23-е. Встретил девушку. Это она. Я чувствую всем сердцем. 24-е. Нет, не она. Учитесь любить у Мау. Сегодня был праздник. Он мог себе это разрешить. Мау пишет. Болван. Не мучай меня. Мау пишет. Пусть меж высоких хлебов расцветет 100 цветов. 28-й подарил цветы. Взяла. О, счастье. Лукцы. Так, это был апрель. Теперь май. 1 мая, как вот сегодня. Не видел. 2-й, не видел. 3-е, не видел, сгораю. Дышит тьма, и в ней видны над нам... Чего? И в ней видны нам знаки. Ага. Те, которых нет в белесом дне. Это вчера. Июнь, 23-е. Рубашку подарила отвратительно. Намекнула, расплакалась. Ого. Ой, не подарила, постирала отвратительно. Просил тебя, Саша, отмечаю. 26-е. Видел, как разговаривала с Андреем. Предупредил еще раз и все. 27-й. Была в кино с Лизой. Предупредил, будешь с ней дружить и все. 28-й. Была в кафе с друзьями. Предупредил, еще раз и все. 30-е. Посуду моет нечисто. Предупредил, уехал ночевать к маме. Такие вот дела. А в июле тоже интересно. В июле, ну тут первое не звоню, не звонит. Второе не звоню, не звонит. Третье не звонит, сгораю. 4-е позвонила. 5-е блаженство. Вот. Что интересно, что там подпись «Город Алма-Ата». А какая это дата? Какой год? Нету. Написано только «Мао» и больше нет. Можем досчитать, август еще остался. Август, нет, да, август тут самое интересное, наверное. 7-е. Приучаю, не сняла сосисок шкурку, сделала замечание. 9-е. Приучаю. 8-е пропущено. Да, наверное, не приучал. Не задала бутылки, сделала замечание. 12-е. Проверяю. Позвонил домой незнакомым мужским голосом. Не бросил трубку. Предупредил. 14-го. Предупредил. Если я не буду мыть посуду после еды, уйдет к маме. 15-е. Не помыл. Ушла к маме. 16-е. Не звоню. Не звонит. 17-е. Не звоню. Не звонит. 18-е. Не звонит. Сгораю. 19-е. Позвонила. Но пусть просит прощения. 20-е. Просит прощения, но пусть ползет на коленях. 21-е. Не ползет, не звонит. 22-е. Не звонит, не ползет. 23-е. Не звонит, сгораю. 24-е. Решил, сам поползу. 25-е. Ползу. 26-е. Ползу. 27-е. Вижу, кто-то ползет навстречу, тоже на коленях. 28-е. Она. 29-е. Не она. 30-е. Она. 31-е. Столкнулись. Блаженство. Наконец-то встретились на равных. На этом дневник одной любви прерывается, потому что начинается нормальная семейная жизнь. Ну что же, давайте споем «Интернационал». Гриш, начинай. Маме дага в носу серьга, ходил на бега, выиграл врага. От страха мы смей не ханум, а амэн.